Абхазия, страна души. А еще соленого морского воздуха, слепящего солнца, гастрономических наслаждений, окутывающего кавказского гостеприимства, туристических развлечений на любой вкус и, конечно же, танцев и песен. Уж танцевать абхазы не только любят, как и большинство из нас, но и делают это мастерски. Глядя на них, неудержимо хочется и самой закрутиться в бесконечном шине под звуки даулы гармонии, подняться к самому сердцу величественных гор и лететь вперед, вдыхая жаркое лето. Одним словом, я отправилась в отпуск, а заодно решила привезти из Абхазии не только впечатления, но и новые навыки. И признаться, в поиске еще не изученных мной профессий я пребывала недолго. Столицу Абхазии, город Сухум, очень часто называют одним сплошным ботаническим садом. Здесь повсюду растут самые разнообразные тропические растения. А в середине лета все они еще и цветут. Одним словом, сказка. Но есть в этом городе и настоящий ботанический сад. Причем один из старейших на всем Кавказе. Основанный в конце позапрошлого века. Здесь агрономы и ботаники следят за сохранением почти 5000 видов экзотических деревьев и кустарников. Именно сюда я и отправилась, чтобы изучить новую для себя профессию. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте. Я так полагаю, вы следите за всеми растениями и цветами этого прекрасного ботанического сада. Ну, я работник, агроном отдела цветоводства и зеленого строительства. В моем ведении клумбы, рабатки, ну, в основном цветочные культуры. Отлично. Так что вы делаете и чему вы сможете меня сегодня научить? Конкретно здесь у нас произрастает цинния, среднерослая смесь. Угу. На данный момент я произвожу полив. Полив. Если вы хотите чему-то комплексно научиться, можно произвести прополку, полив, рыхление. Угу. Что вас интересует? Меня хотите, интересует все. Хотите, можете попробовать пополивать. Только не сверху, а под корень, потому что сейчас солнышко, да. Вот так. А почему нельзя поливать, когда солнышко? Потому что будет ожог, капля воды, как линза работает. А, вот так? А вот так правильно? Да, под корень, чтобы на лист не попадала влага. То есть поливаете вы каждый день? Мы поливаем не каждый день. Мы поливаем обильно, и по мере высыхания почвы опять обильный полив производим. Примерно это сколько раз в неделю? В зависимости от погоды. Если дождливая, мы, конечно, не поливаем. Если засуха, у нас либо рано утром совсем мы будем поливать, каждый день или через день, либо поздно вечером. Желательно поздно вечером, когда потому что стынет, растение пьет, а за день высохнет и толку, меньше толку будет. Понятно. Так, полить мы полили, вроде нормально у меня получается. Что мы еще можем поделать? Мы можем произвести прополку. Прополку. Так как вам туда в рабатку будет трудно попасть, вы можете произвести прополку вот этого бордюра. Здесь произрастает афиопогон темно-зеленый или морская трава. Да. Вот здесь мы удаляем, пониже берем, чтобы желательно с корнем, но как у вас получится. Выдергиваем, вот так вот получится, тоже достаточно. Так, сейчас. Только не с травою, с основной культурой, а удаление сорняка. Вот, берем просто пониже вот это вот растенице. Пониже тянем и выходит. Вот такие вот. Не выходит. У вас очень нежные, красивые ручки. Спасибо. А мои приспособлены к грубой работе. Так. То есть вот так по всем бордюрам надо проходиться и чистить? Ну да. Выбирать сорняки. Она такая высокая. А она, если ее не обстригать, она вообще будет пушистая такая. Да? Да. Вы ее просто периодически обстригаете? Придают форму, да, немножечко подстригают. А прополка там? То есть тоже очень часто должна произойти? Нет, не часто. Я удобряла селитра не так давно, в принципе, и поэтому интенсивный рост сорняков у нас наблюдается.
Ну, допустим, раз в неделю при появлении сорняка какого-нибудь. Ага. Вот у нас есть вот здесь, если... Вот это огуречная трава. Огуречная вот. Трава? Да, да. Я не знаю, что такое. Вот это апорей ползучий. Это мы удалили. Ну, это есть... тоже надо удалять? Да. То есть это тоже сорняк? Да, это сорняк. У нас основная культура вот циния. Циния? Да. Так, что мы будем делать дальше? Ну, у меня много объектов, которые мне надо обрабатывать. Давайте на какой-нибудь другой перейдем и что-нибудь еще поделаем. Поучимся. На данный момент у нас мы можем поливать, мы можем пропалывать. Угу. Вот здесь у нас другой объект. Здесь треугольник, обрамленный самшитом. Угу. Внутри основная культура – это краснолистная канна. Канна. С огненными цветами. То есть это они? Да. Вот вы сейчас наблюдаете, ну, не массовое, но такое среднеобильное цветение. Угу. Здесь у нас тоже можно произвести прополку. Никто, ну, уже ну, недельки две, наверное, не пропалывалось. Угу. Мы здесь конкретно удаляем вот вьюнок. Вот он, да? Да. Вот так. Вьюнок. Вот эти, вот, эти, имеете, вот да? Это райграсс. Тоже все пониже стараемся, и желательно с корнем. Угу. Если, ну, если бы у нас сейчас была какая-нибудь вилочка, мы бы просто с корнем удаляли прямо конкретно близлежащие к корневищу растения, сорняки. Так, вы говорили, ну, что какие-то красивые. Да, у нас много красивых цветов. Сейчас мы можем пройти к круглой клумбе, там mm-hmm. наблюдается начало цветения чего интересного растения тарения. Пройдемте. Давайте, пройдемте. Сейчас мы подошли к следующему объекту. Вот это круглая клумба. Так. Здесь у нас высажено тарение. Тарение. Она похожа, конечно, многие считают, что это анютины глазки или львенезевчик, но это семейство наречниковых тарения. Наречниковых семейств. Да. Здесь, значит, она раскустится, угу. сомкнется и будет полностью такой сплошной ковер, как тортик потом клумба ну, выглядит. Что? Сейчас, на данный момент, у меня, в принципе, произведен полив, я, ну, как, очень рано произвожу полив, чтобы не было ожога. Сейчас мы можем произвести рыхление. Давайте. Каким образом? Покажите мне, а я повторю. Вот сейчас я покажу. Вот. Мы между рядами, между растениями, близко к корневой системе не подходим. Заглубляем где-то на сантиметра 4 лопаточку и вот так вокруг вот рыхлим. А, вот, таким вот так. Давайте я попробую. Вот, пожалуйста. Так, вот так. Господи. Смелее. Не очень глубоко. Вот сюда так, не да. заходим, потому что здесь у нас в спящем состоянии другая культура нырина. А, да? Да. Она будет в таком состоянии до августа. В августе мы будем наблюдать, сначала будут произрастать цветоносы, они где-то угу. высотой вот так вот. Угу. Цветы ярко-красные, как миниатюрная лилия такая, собранные на одном цветоносе штук 6, там, 5 одновременно. А вы каждый год сажаете или они многолетники? Вот это тарение, это однолетняя культура. Мы ежегодно высеваем в оранжереях, выращиваем, угу. и потом в надлежащем уже, когда возрасте, в размере, мы высаживаем. Ну, где-то, высаживаете весной? Да, высаживается эта культура где-то в апрель, май, угу. там в зависимости от погодных а вот условий. Это, как она называлась? А то, что вот здесь у нас, ну, как окантовка круга идет, угу. это нырина. Это многолетняя культура, она здесь уже сидит у нас лет 6. Мы а, ее вот не выкапываем, ничего не рассаживаем. Чем меньше мы ее рыхлим, трогаем, угу. мы ее стараемся вообще не рыхлить, тем обильней и интенсивнее она цветет. Вот так вот? Да. А вот эту культуру почему мы рыхлим? Для чего?
Мы все культуры должны рыхлить после полива, угу, чтобы не образовывалась корка плотная, которая не дает дышать, корни должны у растения. Угу. Если она будет плотная, быстрее испаряется влага, теряется, и растение не дышит, потому что корка. Угу. Все понятно. А вот какая-то интересная система орошения вообще. Да, вы видите, в центре у нас установлена ракушка. Я могу немножко продемонстрировать. Да, можно посмотреть. Сейчас, как у нас вода идет. Ну, ну вот, это вот, чтобы полить сначала центр. Угу. Потом мы можем увеличить распыл. И мы доведем до полного охвата полностью круга. Вот так. Ой, как свежо и хорошо. Такой фонтанчик. Да. Так как называется эта система орошения? Там у нас установлена ракушка. Ракушка. Сейчас мы подошли к аллее, где у нас произрастают африканская лилия агапантус. Африканская лилия. Да, вы сейчас наблюдаете. Вот, многие считают, что это, ну, как вот из России приезжие говорят, это лук. Нет, это не лук, это африканская лилия. Угу. То есть привезенная прям с Африки. Это у нас интродукция идет растений. Наблюдаем, как приживаются, какую температуру, максимальную, минимальную они переносят. Угу. И ухаживают. Подходят под климат, под да, ваш. Те, которые очень хорошо приживаются, все выносят, их используют потом, ну, как вот в озеленении парков, угу, нашего города. Так, поняла. Здесь мы что основная культура здесь вот агапантус. Ну, здесь как вот на первом плане рабатки сидит у нас еще тагетис. Тагетис? Вот, да. Так. Среднерослый. Вот так и он называется. Средний ярус занимает львиный зев, тоже среднерослый. Как называется? Львиный зев. Антиринум. Львиный зев. Антиринум. Антиринум. Понятно. Что мы здесь можем поделать? Здесь у нас, ну, в принципе, мы уже проводили зачистку такую основную. Ну, вот здесь у нас тоже есть, вот можно найти сорняк. Угу. Это щирица. Вот я сейчас вот вырву, если, ну, не получилось с корнем. Как она похожа. Это щирица. Щирица. Ну а сейчас мы пройдем к показательному участку, где собраны у нас в основном все культуры цветочные, которые вот по парку расположены. Так. Мы сейчас, ну как вот, можем посмотреть, как они в массе там все произрастают. Давайте. Сейчас мы подошли к показательному участку. Так. Вот здесь, подождите, остановитесь. Вот здесь очень интересные растения. Это мезембриантемум. Как? Мезембриантемум. Вот малиновый. Мезембриантемум. Растения вот горок таких. А вон то? Вон то, это удивительно. Это комнатное растение, актения. Но она вот уже третий год, мы попробовали проэкспериментировать, посадили в грунт, да-да, угу, не смотрите, что, и оно прижилось, оно всю зиму, даже вот минус 5, минус 6 было, оно ничего не дрогнуло, вот наоборот раскустилось, вот расползлось и обильно цветет. Отлично. Так, а вот это что у нас? Это у нас факельная лилия, книфофия. Я вообще думала, что лилия бывает только одного вида. Нет. Но у нас, ну, это уже вторая, там была африканская, да, лилия, да? Вот это факельная лилия. Она еще не полностью вот раскрылась, когда, ну вот, почти полностью раскрытый, а, вот, вон, там, да, вот, да, не спадающий, да, цветок. Такая, да. У нее верхняя часть пушистая оранжевая такая, а нижняя часть желтенькая. Угу. Это вот еще бутончики вы наблюдаете. Так. Это вот ярко-голубой шалфей многолетний. Угу. Здесь уже, конечно, заканчивает цветение сальвия прилистниковая. Сальвия прилистниковая? Да, прилистниковая. Здесь у нас идет полоска из георгин «Веселые ребята» разноцветные. «Веселые ребята», да, называются георгин? Да. Они, они по пакетам мы получали как однолетку,
Но они остаются, зимуют прекрасно, мы не выкапываем их. И вот, как видите, цветут, да, они просто немножко с годом в год увеличивается рост растения. Рост увеличивается. Да. Но они, почему они так называются, веселые ребята? Ну, потому что яркие краски, разноцветные, вот такие стойкие, как ребята молодые. Понятно, хорошо. Здесь мы уже вот такую культуру наблюдали, да, в треугольнике канна. Но вот здесь у нас есть не только огненные цветы, но и ярко-красные. Вот там подальше, да, будут, да, видны, да, с темными листьями. Так, а здесь никаких работ не нужно? Здесь, ну, с правой стороны у нас произрастает лилейник. Не лилии, а лилейник. Лилейник. Да. Вот в основном масса не махровая, но вот я сейчас вам покажу. Вот это американец первый, как вот, который к нам получили, он махровый, он полный такой вот, угу, многолепестковый. Лилейники тоже прекрасно переживают морозы наши, они так зимуют, мы их даже не укрываем ничем, просто вот вычищаем листву и все. Сейчас, на данный момент, если вы хотите как вот поучаствовать в уходе за этой культурой, мы можем произвести полив. Ой, на участке у нас полив шлангом. Так. Вот, сейчас я вам покажу. Давайте. Так, берем шланг. Ну, только не запачкайтесь. Да ничего страшного. Только так, не по листьям, а пониже к почве, под корень. И вокруг, вот между растениями, между ряди. Так, вот так. Конечно, поливаем мы подольше, пообильнее, чтобы почва успела смочить слой, ну хотя бы сантиметра 4. Это, конечно, вот, ну, мало, да? Ну, просто длительно более задерживаемся возле куста, более обильно поливаем. Угу. Ну так достаточно, нет? Нет, я считаю, недостаточно, потому что у нас сейчас вот очень засушливый период. Да. Но просто конкретно, как производится полив, вы уже вполне освоились. То есть это вот так вы каждый день проходитесь по всему участку? Нет, это вот конкретно сейчас, потому что сейчас здесь наблюдается цветение. Я не хочу испортить цветы, поэтому я не включаю вот эти штанги. У нас существует здесь вот штанговый полив. Угу. Я могу открыть, ну как там, рубильник такой, угу, кран, и у нас здесь вот вдоль на определенном расстоянии стоят штанги. Угу. Производится распыл, ну такой, параллельно почве. Угу. Но центр, он сильно хорошо не поливает, он поливает периферию, они вот смыкаются, ну просто вот поверхностное орошение, как вот дополнительное. А чтобы обильно полить, нужно под корень. Сейчас мы находимся в бамбуковой аллее. Угу. Очень, очень красивая, и тут так прохладненько, прям хорошо. Научное название листоколосник, ну или все называют бамбук. Угу. Его много видов здесь, и черный есть, и бамбуза, и зеленый съедобный моссо, и золотистый. Ну вот конкретно вот, вот позади нас, смотрю, у да, нас здесь ассорти получилось, да. Здесь у нас желтого цвета, это золотистый листоколосник. Он такого цвета и молодой выходит, у него, ну, как побеги такие светло-салатовые, и когда постарше, он совсем желтенький получается. Угу. А сколько им лет примерно? Это вообще единый организм, да, вот вся вот плантация. И стараются как вот не давать зацвести плантации. У нас вот такое произошло с черным листоколосником. Он если черный, да, я же сказала, что черный используется как декоративный там на удилища, там шезлонги какие-нибудь изготавливают. Он как декоративный идет. Если вся, ну как вот, хоть один начинает зацветать из плантации, и ты не досмотрел, не устранил это растение, то начинает цвести вся плантация. И после цветения, да, мы такое наблюдали. Вот у нас черный листоколосник зацвел и просто вот высох, погиб.
Да. А, ну, то есть он зацветает и побывает. Если он способен сформировать качественные семена, он может и с семенами как вот потом размножиться. Угу. Но у нас такого мы наблюдали, хотели прорастить, но ничего не получилось. Он не созрели семена. Как вообще вы следите за тем, чтобы они не зацвел ни один бамбук? Ну, это нужно удалять более старые, да, уже вызревшие соломины. Это же вообще полая соломина злак. Угу. Вот, более старые мы вырубаем, вычищаем, оставляется более молодой. Более молодой. Вообще, то есть он все время цветет, вырастают новые, я правильно понимаю? Он не цветет, мы не даем ему цвести. Он не цветет, я имею в виду, растет новый. Ежегодно из-под земли в виде конуса такие конусы появляются. Они покрыты такой бархатистой кожицей. Честно говоря, как мордочка у лошади, бархатная, нежная, ага. Потрогаешь. И точно такая же покровная чешуя. Он идет определенной заданной толщины. Если идет толстый из-под земли, он будет толстый. Если худенький, он будет тоненький. Да. Он в ширину никогда не растет. Наблюдается рост в высоту. Причем рост наблюдается у него междоузли. Ну, каждое междоузли. Вы знаете, что такое междоузли? Нет. Я вам покажу. Вот от этой черты, так. это междоузли, это узел. Вот внутри все это полое, здесь более там заполненная часть. И каждое междоузлие, как оно появляется из-под земли, оно растет в длину. И у нас здесь наблюдается до 40 сантиметров в сутки. На родине еще быстрее. Отлично, то есть я правильно поняла, 40 сантиметров в сутки. И он определенной высоты достигает, и все, и больше не растет. Просто и тормозится, ни в ширину, ни в высоту, все. За вегетационный период, за лето. Отлично. За несколько месяцев буквально. Насколько прочный вообще бамбук? Где он еще, помимо вашего ботанического сада, здесь растет? То есть спокойно люди вырубают его, используют? Ну, просто так, в диком виде, он так не это не эндемное растение, это интродуцированное. И где-то, если, допустим, у нас есть поселок Агудзера, там есть ботаника, у входа вдоль речки, у них тоже, они закладывали эти плантации, там он прижился, распространился и прекрасно себя чувствует. Ну, конечно, есть такие, несознательные населения, они в целях, чтобы на удочку или что-то, они самовольно идут, там спиливают, там существует у них охрана, они их, конечно, ругают, не дают производить вырубку. Все понятно. Признаюсь, я даже не думала, что присматривать за всеми этими экзотическими растениями – это настолько сложная работа, требующая серьезных знаний и даже специального образования. Стать профессионалом в этой области довольно непросто, хотя мне все-таки удалось найти здесь одно увлекательное занятие, не требующее с моей стороны серьезной подготовки и особых навыков.